на чашечку кофе с Путиным. Точнее, со Славомиром Сабалой, польским двойником российского президента. Славомир говорит, что он не так уж и похож на Путина. Расположение глаз, да, и губы, но важны именно движения, позы. Самое заметное – походка Путина. От талии вниз Путин ходит как модель. Ноги ровные, ягодицы напряжены. Пощадки спенты. От пояса вверх – это марш, как у солдат. Это марш. То есть левая рука марширует, а правая держится уверенно. Потому что сотрудники КГБ носят оружие на правой стороне и должны иметь возможность быстро достать его. На своей основной работе Славомир руководит транспортной компанией. Пародировать Путина – это было скорее хобби. До нападения России на Украину в прошлом году. Это событие стало водоразделом и для Славомира. Конечно, я не согласен с тем, что делает Путин, с тем, какую политику он проводит сегодня. Такому не может быть оправдания. Никто не может согласиться с тем, когда провоцируют конфликты, в которых гибнут люди. До этого он снимался в юмористических рекламных роликах по всему миру, даже в мюзикле. Больше он этого не делает, это было бы безвкусицей, говорит Славомир. Его несколько раз оскорбляли, даже в его родном городе Вроцлаве. На кого похож этот человек? На Путина? Злого Путина, этого мерзавца, этого ужасного человека. Фу! Чем фу? Не хочу я на него и смотреть. Это Путин или кто? 11 лет назад началась карьера двойника Славомира. «Вы похожи на Путина», — постоянно слышал он. Потому связался с фотографом, который снимал двойников. Теперь другие времена, говорит он сегодня. Раньше люди с удовольствием фотографировались с ним. В начале войны Славомир дистанцировался от Путина на своем сайте. Я единственный человек, который профессионально представляется Путиным, который живет не в России, а в свободной демократической стране. Я буду использовать эту свободу, чтобы высмеивать этого деспота и его режим. Только так я могу помочь народу Украины. Да здравствует свободная Украина. Теперь Славомир тщательно выбирает свои проекты и хочет играть серьезные и важные роли.